Готовы? Кто-то из умных людей когда-то сказал, а я услышала, что Россия глубоко монархичная страна, и России нужен царь, нужен Бог, нужен отец. Так было много лет, так страна жила. Сейчас, конечно, все изменилось. Взять на себя роль отца страны, ну, наверное, пока такого в стране, наверное, лидера нет. Может быть, есть предпосылки, но пока вот реального лидера нет. Над этим, конечно, нужно очень работать. И поэтому как замену может служить национальная идея. В наше время, в нашем случае, мне кажется, что хорошей бы национальной идеей послужило бы то, что Россия, россияне, люди, проживающие на территории России, говорящие на русском языке, и там, предположим, на вот постсоветском пространстве, люди, обладающие удивительным и отличным от других стран и народностей менталитетом, который бы, в свою очередь, позволил бы сохранить, может быть, сейчас многих удивлю, но мне кажется, миролюбие, здравомыслие в целом планету. Мне кажется, что Господь Бог создал Россию для того, чтобы она в какой-то очень ответственный пиковый момент стала каким-то миротворцем, который бы сыграл решающую роль в сохранении человечества и планеты. Вот. Это я, наверное, когда-то Блаватская начиталась, Рериха. В общем, мне кажется, что миссия и национальная идея может заключаться в этом.